Магазин VIPTIME.RU представляет обзор наручных часов «Восток Европа» из коллекции «Энергия». Данная модель продается в таком пластиковом чемодане. Он легко трансформируется, и вы можете в нем хранить до 4 моделей часов путем убирания вот этих вот внутренностей. В комплекте с часами идет гарантийный талон и карточки. В часах встроен гелевый декомпрессионный клапан. Так, это тритиевые колбы, нанесенные на циферблате и на стрелках. Также каждые часы Восток Европы проходят тест на герметичность. То есть водозащита данной модели 30 атмосфер. В комплекте с часами идет отвертка для того, чтобы вы самостоятельно могли менять ремешок с кожаного на вот такой вот силиконовый, достаточно мягкий и приятный на ощупь. Стекло у данной модели минеральное, утолщенное, толщиной 3,5 мм. Безель вращается в одном направлении против часовой стрелки. В положении 6 часов расположено окошко с датой. Корпус стальной, с ПВД-покрытием. Это гелевый клапан. Надежный японский механизм с автоматическим подзаводом, калибр Seiko. Заводная головка завинчивается, как в принципе у большинства часов, предназначенных для дайвинга. Кожаный ремешок достаточно толстый. Классическая застежка, на ней выгравировано название модели «Энергия». Часы достаточно внушительных размеров. Для заказа данной модели заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.